нам надо представлять Творца как свойство отдачи, а не по каким-то людским представлениям, которые представляют себе его в качестве какого-то там тела или образа. Это свойство отдачи, находящееся между людьми. И мы его не раскрываем никак иначе, и не можем говорить о нем никак иначе. Он не может иметь никакого тела или образа, кроме свойства. И поэтому, когда мы говорим о том, чтобы доставить удовольствие Творцу, то есть дойти до состояния, когда свойство отдачи будет любимо нами, желанно нами, когда мы захотим, чтобы оно властвовало над нами. Свойство получения и свойство отдачи. Это все, что есть. Все остальные представления — это уже лишь наша иллюзия. Это и есть воображаемый мир.